Друзья, всем привет! Сейчас раннее утро, и я снова на рыбалке. Сегодня рыбалочка с утра, то есть приехал рано-рано утром. Время у нас еще, наверное, где-то около 5-6 часов. И сегодня я, скажем так, на новом месте. Здесь я один еще не плавал. Водичка, конечно, большая. Я надеялся, что она упадет, но она что-то вообще, ребят, нифига не падает. На дворе уже потихонечку заканчивается лето, идет сейчас конец августа, ну а вода все еще большая. Сегодня я намерен половить щуку, окунь изрядно, если честно, уже поднадоел. Не знал, конечно, что так скажу, но честно поднадоел, поэтому сегодня небольшой такой план действий, попробую половить на блесна, либо на крупную резину все-таки. Хотя, может, и мелкая будет, если совсем ничего клевать не будет. Но все-таки, думаю, упор попробовать сделать на блесна и по возможности половить щуку. Поэтому у меня тут еще коробочка есть с блеснами немножко. Сейчас покажу. Вот тут есть несколько колебалочек. А давайте, наверное, сразу и начнем. Какой-нибудь вот такой колебалка Атом. От компании Питер. Блесна весит 15 грамм, но у них еще 12-граммовые. В принципе, несмотря на то, что тест моего спиннинга 3.12, 15-граммовую блесну, ну, уже не раз кидал, как бы, тут все нормально. Но, конечно, нужно аккуратненько. Вообще, что нравится мне в питерских блеснах, это помимо того, что они уловистые, это за счет того, что, несмотря на их вполне обычные размеры, как у блесны, у них довольно небольшой вес. То есть обычная, скажем, блесна у других производителей в районе будет 20 грамм. Что, скажем, для моего спиннинга, конечно, не подходит. А, скажем, вот есть блесны вот такие вот 15 и много у них еще там 12 граммовых. То есть там еще чем модель есть и та же самая Атомака. Еще некоторые блесны есть. Эти мне не нравятся. То есть я беру на рыбалку один спиннинг, и он у меня, скажем, универсальный. Да, не нужно брать мне несколько спиннингов. Одним спиннингом я могу и блесна кидать, и воблеры, да, какие-то небольшие. Ну и резину, соответственно. Сегодня довольно теплая погода. На недельке у нас тут вообще, наоборот, холода как бы были небольшие. Так, что это такое? То ли была небольшая поклевка небольшого окуня. Вот, в общем, погодка уже потихонечку холодает. Ё-моё, я еще даже не видел эту ветку. Ночами уже температура опускается иногда до 5 градусов. Но сегодня, скажем так, довольно тепло, в районе 15 градусов ночью, днем до 27. То есть сейчас даже вполне комфортно и тепло. Ну что, ребят, пока как-то тишина. Вроде бы одна поклевочка была небольшого окуня на падении. И все. Что-то прям так и хочется резинку небольшую поставить. Хотя бы окуня поймать, что ли. Но пока я рыбачу, конечно, всего лишь 10 минут. Сейчас видел маленького окуня, провожал блесенку. Ну, может, это, конечно, и хорошо. Такая мелочь не будет нам досаждать. Там прям такой совсем маленький, с размером блесны, окунь был. Па, хороший был удар. Ну и небольшая щука. Фу, ребят, ну что, первая поклевка. Кинул вот сюда под бережок. И такой бабах, прям удар хороший, хороший был ударчик. Мне, блин, понравился. И чуть-чуть толком это, ну, не ожидал, в общем, не засеклась. Ну,
так вроде небольшая щучка, может там грамм 600, что-нибудь 700, 800, где-то так. Но удар такой хороший был, прям бах, прям удар, я дай спиннинг, я аж прям растерялся. Ну вот, в принципе, теория моя работает. Прошло сколько, ну, еще не отплыл, можно сказать, от деревни. Буквально тут 15 минут, наверное, рыбачу. И вот, первая такая, ну, хорошая поклевка, щучья. Мне понравилось. Ну что, давайте продолжать дальше. Ребят, прям уловки тут взял. Я аж испугался, что-то только вот блесну начинал вытаскивать. И бах, такой тоже, ну, ударчик такой тянул. Хорошо. Ну, вот такой совсем малютка взял, конечно. Но ничего. Все равно приятно. Первый окунь. Так, ну что, рыбка, в принципе, вроде клюет. Это не может не радовать. Смотрим, что у нас дальше. Как дела будут обстоять с клевом. Первая щука. Небольшой шнурочек. Угу. Так, ребята. Ну, такой грамм. 500. О, отцепился. Но от нас не уйдешь, как говорится. Собственно, и первая щучка. Ну, конечно, совсем шнурок. Эх, стой, грамм 400. Но все равно приятно. Даже такой небольшой шнурочек, ну, довольно бойкий и агрессивный. И куда приятней окуней, наверное, даже чем на 300 грамм. Ну, давай, беги, дорогой. Так, ну что, пока все нормально, моя теория работает. Размер, конечно, не самый большой, но и места тут не для пятеры, я вам скажу. Так, ну что, как говорится, под саку обмыли. Можно и рыбу начать ловить. Все-таки, как ни крути, но щуку по-своему приятно ловить. Точнее, я бы сказал, не щуку по-своему, а окуня по-своему приятно. А вот щуку-то очень как раз таки не по-своему, а ее всегда приятно ловить. Силы больше, дури больше, агрессивная, сразу начинает вперед-зад, метаться. В общем, одно удовольствие. Смотрите, ребят, какое красивое местечко тут. Коряги. Небольшая вроде как даже ямочка. Но что-то пока тут тишина. Ребята, вот еще один окунишка взял. Еще меньше, по-моему. Тоже за бородку. Странно, что-то. Приманка вроде больше, а рыба наоборот меньше. О, тоже сейчас небольшой окунишка подбегал, чуть-чуть хапанул. Да. Ну тут места, конечно, пока не самые хорошие. Опа, что это было? Хватанул, что ли, кто-то небольшой. Пока себя утешаю этим, что места здесь не самые хорошие. Поглядим, что дальше будет. Ребята. Ну, эх, блин, что-то... Окунь был небольшой, но вроде побольше, чем до этого-то я ловил, конечно. Как будто даже маленько сопротивлялся. Но что-то он не засекся у меня. Но опять такой
Не шибко это большой окунямба. Да. Таких даже коту-то стыдно принести, не говоря о том, что домой взять. Солнышко потихонечку он встает. Ну как, оно давно встало, просто тучки были небольшие. Сейчас вроде вот рассеялись. Не знаю, но уже маленечко так припекает. О, хорошая. О, так это ясь. Ох, ничего он подавил-то. Я-то думал, там щука на полтораху. А тут язинман. Ну, нифига себе. Я тут, ребята, налил чайку, понимаешь, и... Тихо. Пока остывает, думаю, дай-ка кину. Во. И кто у нас тут пожаловал? А? Тихо. Мощный, сильный ясь, которого в этом году у нас очень мало. И поймать нельзя, но это очень большая редкость. Садил-то еще на все три крючка. Тихо. Все. Как говорится, на свободу, с чистой совестью. Ну, кстати, небольшой. Грамм, я не знаю, может, 500-600. Ну, потянул-то, блин. Ударил, удар такой, как бы, ну, средний, а потом бум-бум-бум, так это. Потянул с такими ударами. Я уж думал, что-то интересное. Ну, тоже приятно зей-то потягать. Ну, что, отпускаем. Эх. Поплыл. А вот, ребята, и пидорская снасть попалась мне тут. Чё за люди, а? Да. Ну, как обычно, окунь совсем размерчиком не балует. Даже в таком вроде хорошем перспективном месте на глубине один хрен. Мелкий окунь почему-то. О, ребята, щучка была небольшая. Что-то слабину, короче, это дал. И все, она ушла. Толком даже так повидались и все. Ну, поклевка такая была, как бы, на слабине, поэтому я как бы... Особо ты не почувствовал ее. Шнурок взял. Вытаскивал уже блесну. О, все. Отцепился. Вот такой тоже небольшой грамм. 400. Да, маленько пока как-то. Поклевок, конечно, не в избытке явно. Опять, ребята, мелкий окунек. Ну как мелкий? Такой, конечно, хер знает, грамм 40, может, 50. Да, где вся крупная рыба? Опа, есть. Только закинул. Ну, кстати, чуть-чуть вроде и побольше окунишка. Водичка уже холодная. Так, ну и чё, и чё? Потихонечку уже посещают мысли поставить резину.
как бы на блесну-то, как видите, берет, нет-нет, но немножко скучновато. Ну и так в целом тоже сравнить, будет вообще отличие, нет? Ребята, снова нечеткая такая поклевочка была. Ну и как обычно, небольшой окунек. Поставил я блесну чуть-чуть поменьше, но она с виду размер такой же вроде, но написано, что 12 грамм. А нет, вру, 15 тоже. Почему-то я подумал, что она 12. А вот такая вот красно-белая или медно-белая. За счет того, что она медная, она вон там вся окисляется, конечно. Но, как видим, рыбку это сильно не тревожит. Берет у меня на нее, кстати, тут тоже хороший вроде окушок. Грамм так 350 клюнул. Ну, была поклевка, я его видел, но не засекся, к сожалению. Щука. Ну, небольшой шнурок, походу. Что это? Все, перестал сопротивляться. О! О! Ну такой же, блин, зараза. Ой, я его вообще вон за живот как-то цепанул. За брюхо его цепанул. Андрюха. Во. Ну я вообще как, куда садил беднягу. Ну, будем надеяться, выживет. Ну, совсем мелкий, конечно. Беги. Грамм сколько, не знаю, 300 грамм, наверное, совсем что-то мелочь. Что-то не знаю. Такая вот блесенка. С одной стороны как бы красная, такая медная. С другой стороны беленькая. Ну вот такое клюет. Хотя даже такие шнурки, блин, поклевки такие злые. Бах, ударчик. Но прям что-то совсем размер-то уж. Хотя бы уж что-нибудь грамм было 800 клевало. Небольшой окунишко сошел. Где крупные всего куни? Ну давайте, может, попробуем резинку пару раз кинуть. Раз такое дело, что-то прям совсем скучно на блесну. Ну как, не знаю. Хотя бы щучка бы, блин, более-менее размерчики были, а то что-то шнурю сегодня пока одну только. Ребят, в общем, поставив резинку, я уже тут получил пару поклевок. Вот еще одна была. Большого кушка тоже видел, провожал. Ну, как бы да. На резинку сразу активность намного лучше. Вот и все, вот он и попался. Вот он. Вот и первый окунь на резину. Довольно быстро и легко. Ну, да. И не знаешь, вот что и делать в итоге. Как-то скучно. Прям не знаю, что делать. Ну, сейчас пока резинку еще покидаю все-таки, конечно. А то, блин, хотя бы вон окушков хотя бы погонять. Так, ну что, давайте пробовать резинкой ловить. Вот и все. Ну вот, пожалуйста. Вот он. Вот она разница резинки и блесны. Ай, собака. Как влупил-то.
О, откусил, короче, резину. Разница. Клюют такие же окуни, но, как видите, очень-очень часто. Буквально вот подплыл, только первый заброс сделал тут же. Ну давайте пробовать такую вот копия сатана, по-моему, называется. Русской фишки. Давайте будем пробовать на нее. Вот всегда такая вот дилемма, и не знаешь, то ли блесну ставить и вот очень-очень редко ловить и поклевок, либо вот резину. Так, а что у нас резина-то замолчала? Вначале так было многообещающе. Ну, на резину, конечно, почаще немножко. Но размеры, сами видите, таких даже ловить-то неинтересно. Таких даже на мормышку-то не очень было бы интересно ловить. И что-то нытье мое пока не помогает. Ох, два окуня аж было. Без поклевки присел. Так, ну вот, ребята, что-то похожее на рыбу. Ай-ай-ай, фу ты, блин. Ну такой худющий 150-граммовый окунь взял. Это самый крупный на сегодня. Как-то. Печальненько, я вам скажу. Вон там двое опять. Что с размером-то? Куда весь крупняк делся? Ё-моё, совсем мелочь. Так. Ветка, палка. Ну что это? Ну кто это? Что это? Стоило сюда ехать? Такую даль? Это несерьезно. Ну вот, как обычно, на опускании. Ну чуть-чуть, вот более-менее, но это же не дело. Да. Как-то так. Слов нет, одни разочарования, если честно. Понять-то не могу. То ли вот это вот место такое, участок, что здесь просто нет крупной рыбы. То ли чё. Вон, видите, сошел еще меньше, чем сейчас поймал. Кого там высиживать? Даже высиживать-то некого. Совершенно мелочь одна. И погода что-то какая-то непонятная. То жарко, то ветер. Опа. Ну вот так вот. Вообще тут на дурака еще хотел сказать, что места не очень. Надо плыть. Ну.
такой окунь не интересен. Хотя опять, как говорится, за неимением и такой сойдет. Щука наконец-то более-менее. Наконец-то вымучил. Так, 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 что я потерял? Ну как опять шнурье? Ну такая, конечно, полкилушка. Хапанула-то он как жадно. Ну-ка давай, давай. Смотрите, а, все проглотило. Ну вот такой шнурок. Грамм, наверное, да, вообще 400. Ну схватил жадно. Ну что, ребят, нарыбачился я. Как думаете, почему? Правильно или неправильно? Короче, сломал спиннинг. Ломался-то самый-самый вон чисто кончик, тюльпанчик. По мне, может, пока еще не видно, я еще не сильно расстроенный, но хер знает. Я уставший. Я в целом от рыбалки немножко расстроенный, а сейчас еще и спиннинг сломал. Короче, как получилось? Зацепил, течение меня тут понесло, а шнур перехлестнулся там на верхнее кольцо. Я катушку-то ослабил, а поскольку там намоталось на конце, стравить не получилось, в итоге натяжка лодки и, короче, ну, имеем сломанный спиннинг. Да, в общем, как-то так. Самое-то, что обидно, сейчас как раз вот он нужен, спиннинг, сейчас как раз рыбалки, вот, вроде только-только рыба стала клевать, и покупать-то сейчас денег совсем нет. Ой, ё-моё, даже ничего некуда говорить. Как вот в такой ситуации, вот, по сути, да, вроде виноват, а вроде и не раз такое было, как-то все прокатывало, как вот тут еще, хер, короче, знает.